персидской весною шел Абдук Фатиме в дом с нагруженным коз халвою, очень глупым и шатком. Шел Абду и пел всю ночь, процелуюсь я, да как, ты ж не будешь от того, что я Абду, а ты и шаг. Так смеясь весьма ехидно и хватаясь за бока, в выражениях обидных пел Абду про ишака. Вот идет со мной ишак, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной ишак. Вот идет со мной ишак, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной ишак. Я Фатима здесь, целоваться вы немножко не интересуетесь. Но она ему на это отвечала кратко, что мужу старому Ахмету не изменит. Сказал, ой, какой строгий, и домой он держит шаг. И с усмешкой по дороге про Абдула пел и шаг. Вот идет со мной и шаг, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной и шаг. Вот идет со мной и шаг, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной и шаг. Вот идет со мной и шаг, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной и шаг. Вот идет со мной и шаг, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной и шаг.